Всем привет, и с вами снова моя морская свинка Рина. Сегодня мы будем убирать муклетку. Это видео для новичков, у кого появилась морская свинка. Первый пункт плана. Нам нужно высадить животного, который живет в нашей клетке. Убираем оттуда миску. Пункт плана. Нам нужно было выкинуть пеленку, которая была грязная, из клетки. Теперь нам нужно пропылесосить, если в клетке было грязно. Обязательно перед тем, как вы будете пылесосить, уберите питомца близко от пылесоса. Теперь в клетку нужно постелить чистую пеленку. Бывают слишком непослушные животные, которые сразу запрыгивают в клетку. Так что их надо вытащить. Теперь надо насыпать наполнитель. Обязательно в тот уголочек, куда животное уже привыкла какать и сикать. Обязательно, когда вы насыпали наполнитель, поправьте угол высоко, чтобы угол был высоко, чтобы в клетке потом не было так грязно. Потом поставьте миску с кормом. Если в миске будет мало корма, насыпьте туда еще любимых лакомств вашего питомца. Насыпьте тоже в уголочек куда-нибудь сено, чтобы животное его кушало. Насыпьте в клетку опилок, опилки не обязательно. Питомец должен быть уже в клетке, а мы этим временем берем его поильник. Откручиваем крышку и наливаем туда воды. Как всегда, сажаем питомца в клетку. И я сразу предупреждаю, если вы налили воду морским свинкам, воду нужно обязательно из-под питьевого крана или из баклажки. Вода в баклажке все равно должна быть чистой. Морским свинкам грязную воду нельзя, соответственно, как и всем животным. Так что, пожалуйста, наливайте им чистую воду. Если это видео было тебе полезно, поставь лайк.